Привет, прогрессивный народ, братья-революционеры. Сейчас поговорим немножко о проводе соединения с компьютером. Ну, разъем микро-USB. Короче, есть USB-разъем. Он нормальный, более-менее. У меня фактически они никогда не ломались. Но он и больше по размеру. Вот микро-USB сделали уроды китайцы саные. И они очень быстро выходят из строя. Фактически где-то... Ну, хороший провод, конечно, дольше держится. Вот, хороший, качественный провод. Вот он. Он вот, сколько ему, уже около года. И он вполне работает. Вот он такой вот. Видите, даже тоньше, чем вот этот. Но работает, но он коротенький. А этот самый простенький. Но дело в том, что микро-USB, сам разъем, он очень тонкий металл. Видите, вот он тонкий. И поэтому в любом случае он, как бы вы аккуратно не пользовались, он все равно разболтается. Сам вот это крепление слишком мягкое. Жесть вот это. И вот эти два зацепчика маленьких, вот они, видите, держат, они нифига не держат. И потом еще вот это соединение, когда кольцо как бы образует из металла, здесь они запрессовывают, а здесь надо сваривать. То есть даже такой вот жесткости нет. И тут он болтается относительно основания. Этот даже самый простой провод стоит, я смотрел, и у Марти, по-моему, около 200 рублей, а качественные там 500 рублей выше. 500 рублей стоит сотовый телефон. То есть, по сути, эти проводки очень дорогие. И введение вот этого стандарта микро-USB, оно совершенно не нужно. Был мини-USB. Либо можно было сделать микро, но обязательно толще металл, чтобы он не ломался вот так быстро. У очень многих людей ломается, и... Можно сказать, конечно, там побеги, купи проводок за 300 рублей. Это тоже проработал вот сколько-то, год-два, но не очень активного. Зарядок вот вставляли периодически, зарядку раз в неделю, то есть где-то вот 100 зарядок, и он разболтался. Это слишком быстро. Хотя бы циклов 500, 1000 должен выдерживать. С таким мягким металлом тут виноват именно сам разъем. У качественных проводов как-то поаккуратнее все сделано, конечно. Но все равно сам дефект при проектировании и создании микро-USB разъемов. Это как, знаете, в Apple создают свой вот стандарт Lightning разъем, чтобы потом проводки дорогие продавать. Это нечестно, это мошенничество, потому что, покупая продукцию, ты не должен становиться рабом, бегать постоянно, вот эти вот сделаны для Apple какие-то проводки никчемные покупать. Но ничего сделать сейчас невозможно, потому что руководят вот эти суки богачи. Даже они суки не потому что богачи, а потому что они вот, продавая там проводок или телефон, заранее вот этот проводок, например, продавая за 200 рублей, то ты его, не ломая, аккуратно используя, он у тебя может через месяц развалиться. И каждый месяц ты должен бегать. А дело в том, что не только проводок за 200 рублей. У нас люди-то нищие. Минимальный прожиточный минимум 8 тысяч. И то не у всех есть. А есть и другие траты. Еду надо покупать, какие-то лекарства. Поэтому вот эти мошенничества китайцев и американцев с подобными вещами, это просто ужас. Это должны вот обсуждать как раз в новостях, на государственном уровне, что ж там, суки, китайцы там, или ну кто это придумал, китайцы, американцы, вот этот разъемчик. Он был придуман для того, чтобы как будто по толщине меньше сделать, но... Он не сильно, на миллиметр меньше, то меньше, чем мини-USB. Он нафиг не нужен. А сейчас его пытаются поменять на Type-C USB 3.0.
Там то же самое, слишком мягкий металл. Они будут также разбалтываться. Это делают специально китайцы. Они на этих проводках зарабатывают миллиарды долларов. Поэтому, ну какой выход? Покупать средние по цене провода. Дешевый он разболтается через 100 применений. Дорогой, ну смысла нет за 1000 рублей, если 1000 рублей телефон стоит. То какой-то средненький по цене, искать производителя за рублей 300, чтобы он работал долго-долго. И причем провода раньше так и работали, я не выдумываю. Посмотрите, есть у Sony Ericsson вот эти старые сотовые телефоны. У меня валялся в кладовке вот здесь проводочек. Он как новый, вот проводок соединения, там и зарядка, такие по бокам пластмассинки цепляются, а здесь штырьки такие железные. И все, ну никогда не ломался ни сам провод, ни вот контакты, конечно, такие смешные, штырек просто к площадочке вот так вот стыковался, подпружиненный. Но все работало идеально. Проводок стоил там какие-то 200 рублей, телефонов уже у меня их нету, этих уже прошло 10 лет, а провода остались. Я, по-моему, выкинул их где-то год назад. Ну, на этом все. Пока. Это был истинный следователь о мошенниках, китайцах микро, USB Эд Кидалова. Это именно мошенничество, воровство ваших денег. Он все время, он всегда сломается через 100 вставляний. И в телефонах влетают эти, в который разъем вставляют.